Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Skull Tiger 12, и сейчас я покажу вам, как поменять обои. Итак, для этого мы сводим два пальца на экране и выбираем обои и стиль. Теперь мы можем выбрать либо системные обои, либо внутреннее фото, то есть фото из галереи, либо мы можем нажать «Просмотреть другие обои». И перейдем в приложение, здесь уже можем найти какие-нибудь обои, которые нам понравятся. Выбираем, нажимаем «Скачать» и нажимаем «Применить». И выбираем, к какому экрану применим данные обои. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.